зеленый. Ну, мне нравится темно-серый цвет, поэтому я придерживаюсь такого варианта. Так. Интересный параметр. Вот сейчас, когда я навожу курсор на модельку, видите, всплывающие такие, не всплывающие, а вот красным текстом написаны, значит, параметры. Depth, глубина и opacity. То есть это прозрачность и глубина параметра. Вот здесь вы можете настраивать, что у вас будет отображаться поверх курсора, depth в нашем случае, вот глубина, снизу курсора. Здесь же вы можете настраивать внешний вид курсора, оформление по цветам. И красным цветом, вот то, что относится к этим надписям. Если они вас раздражают, красный цвет вас раздражает, вы можете сделать какой-то более нейтральный вариант. Вот так вот, допустим. Ну, не очень читаемый в данном случае. Вот так, может быть. Менее раздражающий вариант. Дальше настройки идут, относящиеся к вьюпорту и цветовой схеме, в которой оформлена программа. Бэкграунд, тип бэкграунда, вертикальный градиент, изображение, которое вы можете поставить на бэкграунд, использовать панораму. А дальше, в некоторых режимах, например, сейчас покажу, так, сейчас не покажу. В общем, используется на Skybox Image, можно поставить изображение. Если у вас есть карта, нарисованная с каналом блеска, то выбрав режим Environment, в этой текстуре будет отражаться окружение. То есть таким образом мы контролируем силу, степень блеска и отражение текстуры. Вот как раз то, что будет отражаться в этой текстуре, задается вот здесь. Дальше это цвета, варианты цветового оформления интерфейса программ. Можете переназначать, как вам будет угодно. Варианты 3D Style кнопок, градиентное меню. Ага, вот Environment Sphere Map. Вот эта карта отображается в режиме Environment, когда мы смотрим отражение и блеск. Так, тут я чуть-чуть. Так, дальше. Мультиядерная оптимизация. Эта галочка имеет значение для мультиядерных систем, поскольку позволяет существенным образом ускорять работу приложения. Максимальное использование процессоров. Не знаю, USMRT, так, MRT, Real Time, Normal Map Updates. Использовать для ускорения, для ускоренного обновления Normal Map в Real Time, во Viewport, я так понимаю. Стоит по дефолту, в общем-то, как правило, ничего здесь не включается, не отключается. Посмотрите, что-то, возможно, вы найдете для себя здесь полезное, что-то поменяете. Так. Это вращение вокруг оси Y. Есть ряд программ, в которых навигация осуществляется вокруг нескольких осей. Например, в Modded по умолчанию там можно крутить таким вот странным образом. Как правило, удобнее крутить вокруг Y. Вот. Окей. Так, рассмотрели вкратце. Двигаемся дальше. Меню, вид. Здесь, в этой менюшке, перечислены опции, которые дают нам возможность просмотреть нашу модель с текстурами в различных режимах отображения. Сейчас я продемонстрирую. Значит, вот, допустим, мы взяли текстуру. Текстура абсолютно абстрактная. Это пример, чтобы вы понимали, как работают эти режимы. Значит, мы... Вот, значит, так вот нарисовали.
мы нарисовали на модельке, используя все три канала, вот такую текстурку. Значит, смотрите, рельеф only. В этом режиме, нажав единичку, мы видим карту нормальной. Нажав двоечку, мы видим цвет, только цвет. Нажав троечку, мы видим карту спекуляра. Нажав дальше четверку, мы видим каркас сетки. То есть вот четверка wireframe. Видим каркас. Нажав пятерку, мы видим контрастный вариант освещения. Видите, здесь затемненные области. Нажав семерку, вот это освещение станет более мягким. Вот более контрастное. 7. Более такое мягкое, спокойное, более нейтральное освещение. Вот также здесь есть environment режим, в котором мы можем видеть, как отражается окружение. Таким образом, контролируя степень блеска и отражательной способности текстуры. Здесь также есть пункты, которые мы значит, не рассмотрели. Показать Displacement Mesh. И линейная фильтрация текстур. Линейная фильтрация текстур интересна с той точки зрения, что она позволяет экономить системный ресурс. По умолчанию она включена. Если мы ее сбрасываем, то текстуру мы видим вот таким образом, кубиками она. Упрощенный вариант отображения. На не сильно мощных конфигурациях это может быть полезно. Хотя, конечно, очень большого существенного прироста и экономии ресурсов системных, ну, как бы она не дает на реальных тестах. Дальше. Grid. Ну, это сетка. Сетка, если вы вдруг... Бывает так, что сложно сориентироваться в 3D-пространстве. Я работаю обычно без сетки, но если вот где-то потерялись и не понимаем, где находится, особенно если модель состоит из нескольких частей, и трудно сориентироваться, непонятно, где они относительно друг друга, относительно модели, можно включить грид, посмотреть, и сразу видно, где пол, где небо. Это скорее для ориентации. Плотность сетки выбираете. Ну, я оставляю все по дефолту, нормал. Оси. Координатные оси. Режим 2D. Этот режим хорош тем, что позволяет достаточно четко и аккуратно рисовать, позволяет снэпиться к вершинкам. Разрешение этой сетки также можно задать. Так. Орфографическая проекция это то, что режимы, в которых мы обычно просматриваем модель, это либо орто, либо перспектива. Ну, в данном случае вот это орто, то есть без перспективных искажений модели мы видим. Или так, как в реальности воспринимает наш глаз, с перспективными искажениями, ближе, крупнее, дальше углы схода вот так. Это функция. Так, что еще не рассмотрели? Это функция для сапачинг. Это нужно для того, чтобы визуальное отображение с картами было более качественным. То есть происходит как бы разбиение каждого полигончика как один уровень сабдива на 4. Таким образом визуально отображается внешний вид карты дисплейсмента. Вот. Но я не использую, поэтому
не скажу, насколько это хорошо, насколько полезно, как-то обходился до сих пор. Поэтому, наверное, и можно не использовать. Так, дальше. Мы рассмотрели вид. Теперь текстура. Два, значит, пункта. Импорт-экспорт. Через эти пункты меню можно осуществлять импорт-экспорт основных карт, созданных в 3D-квате, либо импортировать из других приложений. Значит, диффузная карта, спекуляр, normal map, displacement, карта глубины или разом. Все карты, глубина, цвет, блеск. Экспорт аналогично. Значит, здесь вы можете сохранять блеск в альфу в normal map, сохранять displacement карту в альфу. Дополнительно здесь существуют режимы обработки текстуры. Такие же параметры можно, доступ к таким параметрам можно получить через и правую кнопку мыши. То есть мы нажмем на нашем слое, да, вот где находится наша моделька, и в принципе можем получить доступ к большому количеству операций. Обычно работу со слоями, коррекцию я осуществляю именно через правую кнопку мыши по слою. Здесь вы можете, вот есть ряд опций, которые также доступны. Вот те опции, которые расположены ниже, вот эти, они более интересны, поскольку позволяют в процессе работы производить обработку слоя, изменение цвета, насыщенность, оттенка, различные цветовые схемы, яркость, контраст, гамма коррекции, сгладить слой, сделать шарп четче. Это очень удобно. Так, импорт UV — это для работы с UV, с UV-шками. Экспорт — экспортировать карту, скульпт-карту для игрушки Second Life. Так, текстура UV Editor — это редактор, который позволяет нам при необходимости иметь возможность рисовать в привычном нам 2D пространстве. То есть, включив его, мы видим развертку нашей модельки. Она тут затайлена. Вот. Где, если у нас несколько моделей, мы можем, вот здесь выбираем по названию UV-сета, соответственно, просматривать все эти UV-сеты, все модельки. И у каждой модельки может быть просмотрены карты. То есть это normal map, спекуляр, shade, моди режим, просто цвет. Можно включать, отключать сетку. Ну, как бы это самое необходимое. Reset, кнопка позволяет нам сбрасывать, если вдруг, ну, вот таким образом отскейлили. Вот так вы нажали на reset, и, соответственно, размер вот этой вот развертки подогнался под размер окошечка. Так, дальше. Texture Baking Tool — это интересная возможность. Мы можем запекать карты с high poly объекта на low poly объект. При этом мы можем задавать размер текстуры, какой нам нужен, создавать размер паддинга, сохранять карту цвета, блеска, normal map, выбирать приложение, для которого будет использоваться normal map, сохранять displacement. Указывать, вот здесь мы указываем low poly mesh, на который будут запекаться карты с high poly объекта. Либо это может быть использован